Кто это тут ко мне пожаловал на коленку? Кто это тут такое? Ой. Ну и ты хочешь. Ну, ребята. Вы уже... Ой. Это бесстыдники какие. Пьют? Так. Ну, а у Сары... Что ж такое? Время. Так, ну а у Сары тут без изменений на Западном фронте, да, Сар? Без изменений, да, у нас тут? Ну, сын твой, Василий, подрастает, ума набирается. Хвост выпал у Сары из-за оленьки, из-за постоянных драк с другими курами. Вот, вот такие вот бутылки, полторашки обрезанные, ставятся рядом с растениями. Ну, с перцами, с помидорами, с огурцами. Чтобы потом, в дальнейшем, было бы очень удобно поливать. То есть, поливаются перцы, например, или помидоры. Помидоры раз в неделю, вот такой вот объем, заполняется, и все. А перцы чуть чаще. Через день, через два дня, да? Царь, скажи, да-да. Ну, огурцы, конечно, каждый день поливаются, даже два раза на день. Такую баклажечку. Вот один образец остался, да? Вот так вот поливается, и все. Пришли помощники. Воспитывай сына, поднимай, да? Поднимай сельское хозяйство, конечно. Так это сын ее не родной, да? Это сын ее родной сестры клона. Близнецы они с ней, да? Да. Тут мороз был, сколько она, минус 2 был. Но перец вот в таком парнике не подбился, не подбился, не подмерз перец. Что? Не хотите, да, в бардаке жить? А придется, придется. Так, ну, тоже вот так вот поливать перец и все. Хоп-хоп, полил. Это ж, во-первых, очень экономится. Очень-очень экономится вода.